Приветствую вас, друзья, в эфире «Золотая рыбка». Меня зовут Евгений Додолев. А в гостях у нас человек, без которого ландшафт нашего кинематографа выглядел бы совершенно иначе. Это самый знаменитый сценарист Советского Союза Виктор Мережко. Здравствуйте. Ну, помимо этого, понятно, что и драматург, и режиссер, и актер, но все-таки сценарист – это, скажем так... Изначально моя профессия, да. Да. Нет, изначально все-таки там масса других было профессий, да, если мы не про кино говорим. Две. Лесоруб, полиграфист, да. Лет 10 примерно назад, отвечая на вопрос, какой из ваших фильмов самый-самый-самый, вы назвали «Полеты во сне и наяву». Да. Изменилось что-нибудь за эти 10 лет? Нет, я люблю «Родню», которую Михалков снимал. Мне нравится эта картина. И «Полеты во сне и наяву». Еще стала любить «Соньку золотую ручку» свою. Это сериал все-таки. Это ну, сериал, а да. Фильмы. Еще очень хороший «Собачий пир». Главная роль Шакуров и Наташа Гундарева покойная. Вот три картины я был обознан. «Здравствуй, прощай», очень люблю эту картину. Это одна из первых моих работ. А вот про «Родню» Михалкова. Я так понимаю, что с Никитой Сергеевичем вы прям дружили. Очень дружили, но были, это не то слово. Там, я помню, всякие... Он рассказывал истории, как вы зажигали в Германии. Да, я ему на дню рождения подарил мешок картошки когда-то. Почему? Ну, какой был месседж, русское слово такое есть, месседж? Какой месседж был? Потому что не было, плохо было с картошкой, но покупали в авоськах. Я решил ему на полгода или на сколько принести на квартиру на Малой Грузинской. Это какие годы-то были? Это был 80-е. 82-й или 83-й, не помню. Но с Никитой Сергеевичем вы расстались, по-моему, потому что вы лоббировали... Нику. Да, Юлия Гусмана. Не просто Гусмана и киноакадемии Ника. Я был президентом киноакадемии. И Никита Сергеевич вам это... Не простил. То есть совместные выпивания и прочие шалости он были позабыты? Он человек умеет помнить и ставить определенные стеночки между тем, кого он, на кого он обижен. Или зол, как угодно лучше называть, не знаю. Вот на меня он был обижен или зол. Потом мы помирились. Он попросил меня стать председателем правления Дома кино, откуда я недавно ушел. Год назад я отказался. Ну, по другой причине, не из-за Никиты. А кто сейчас на вашей позиции? Валерий Ахадов такой есть. Это же тоже территория Гусмана была, в общем, Дом кино. Была. Потом его прогнали оттуда. Никита Сергеевич прогнал. Вы как-то давно в одной из бесед рассказывали, что когда вы привезли фактически из Баку Юлию Гусман, его здесь устраивали, а Смирнов, наш знаменитый режиссер и отец Дуни Смирнова, многие так знают, сказал, нафига нам в Москве еще один еврей? Да, еврей. Я говорю, а у тебя мама кто? А при чем тут это? Я говорю, ну подожди, он талантливый человек, он великолепный предприниматель. Я был с ним в Индии, я видел, как за кусок хозяйственного мыла, туалетного мыла, нас вот эти велорикши возили из Агры в центр города. И туда, и обратно. Юлий Гусман умудрялся это делать. Он талантливый человек очень в этом смысле. А вообще в вашей киносреде в советское время был антисемитизм? Нет. То есть это была такая шутка юмора? Женя, смотрите, у меня учитель был Вальсельд Илья Вениаминович, когда... Брагинский, он очень спас меня. Когда кафедра рубила, он прочитал мой сценарий, наскоро написанный, чтобы тот зарубили. Я новый написал. А зарубил ведь ведущий «Кинопанорамы»? Каплер. Каплер, он же... Да. До того, как вы стали ведущим «Кинопанорамы», был Каплер. Да. Так. И он зарубил, почему вы считаете? Действительно он сказал, не понравилось? Что это никуда не годится. То есть по идеологии это не понравилось? Там еще был Дымшиц, завкафедры такой Дымшиц. Он сказал, что ты идеологически неверно. Я думаю, что Каплер как-то прислушался и написал разгромный. Прочитал Брагинский новый сценарий. Вместо этого я написал где-то за 15 дней. Быстро. И сказал, я это будущее светило нашей драматургии. Прошу, так и так и оказалось, да. Прошу поставить 5 ему. Поставили 5. То есть Брагинский, Вайсельд, два замечательных еврея, мои учителя мои, в общем-то. Я потом очень дружил с Брагинским, очень дружил. Ходил в гости к нему, он маленького росточка был, сутулый, но смешно невероятно. Такой абсолютно такой пинг-понг, мячик.